Доброго ранку, українці! Ще раз хочеться сказати нашим глядачам. І знаєте, до нас в студії вже завітала класна і дуже цікава гостя, яка розповість все, що означає дійсно характеристика вашого обличчя. Мені дуже цікаво, дуже, тому що вона вже нам говорила, що про мене і про Наталі, і ви про це зараз дізнаєтесь. І якщо ви захочете дізнатися щось цікавеньке про своїх рідних, то от зараз є можливість, зараз розкриється багато секретів. Тому що до нас в студії ранкової кави завітала Світлана Арифнія, кандидат психологічних наук та фізіогноміст. Так що дивимося. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо в нашій студії. Дякую, що рано встали, прийшли до нас і розпочали свій день разом з нами. Дякую. От, знаєте, наука взагалі, фізіогноміка. Для багатьох українців це щось взагалі таке нове, незвичне, цікаве водночас. Багато хто, знаєте, це поєднує, порівнює із ніби гаданням. От взагалі, поясніть українцям, нашим глядачам, що ж таке фізіогноміка і де її використовують. Физиогномика на самом деле это проективная психологическая диагностическая методика, с помощью которой мы можем определить профиль личности, то есть ее характер, темперамент, поведение, мышление, стратегии волевых качеств и так далее. И используют ее, в принципе, во многих сферах. Потому что, сами понимаете, когда ты разбираешься в такой, имеешь, вернее, в руках такой сильный инструмент, ты его можешь использовать в личной жизни, в бизнесе. Очень много бизнесменов обращаются ко мне. Ну, собственно говоря, вообще везде, в работе. А от коли роботодавці набирають собі працівників, звертаються, от ви одразу можете подивитися на людину і сказати, хороший працівник, а це поганий працівник? Смотрите, звісно ж, звертаються, тому що в кадровій політиці це дуже важливий інструмент. К сожалению, не все знают еще, где найти хорошего специалиста, потому что специалистов хороших мало. Но если обращаются, конечно же, это помогает в работе, потому что на определенную вакансию, на определенную должность, если мы подбираем правильного человека с правильными способностями, характеристиками, например, если мы берем на место бухгалтера, человека, который монотонный, логичный, планировщик, будет копаться в бумажках и в цифрах, конечно же, и мы знаем, что это такой человек, конечно же, это будет плюс большой для компании. Если же мы вдруг, не понимая, да, то просто по каким-то характеристикам, например, резюме, берем человека на работу, а он оказывается спонтанщик, глубоко не ныряет в процессы, что будет в результате? В результате будут перепутанные цифры и, конечно же, минус для компании. А вот депутаты, высшее керівництво України до вас зверталися, знаете, и с такими побажаннями, питаннями, можете это что-то сказать? Ну, на самом деле, это конфиденциальная информация, но обращаются. Скажите, а вот первое, на что вы дивитесь на людину? От що показує, яка людина насправді? От, наперше, на що звертається увага? Смотрите, на самом деле, просто расскажу, как вообще определяется физиогномика. У нас есть две составляющие. Первое – это генетически заложенный лицевой скелет, то есть то, с чем мы уже родились. И второе – это мягкие ткани. Мягкие ткани – это что? Наш опыт жизненный. То есть, получается, лицо человека – это карта его жизни, карта его личности. Поэтому, когда мы смотрим на человека, в течение его жизни какие-то черты лица стали более выпуклыми, то есть доминирующими, доминантами. И это 3-4 характеристики. Именно они первыми бросаются в глаза. Если вы не разбираетесь в физиогномике, вы неосознанно начинаете реагировать и внутри себя строить портрет человека. Я уверена, что у вас было такое, когда вы смотрите на человека, и он вызывает у вас, например, чувство отвращения. Да, или наоборот, смотрите, ну симпатично, вот прям уже люблю, хотя даже еще не начали общаться. Это как раз и говорит о том, что ваш бессознательный опыт помогает вам определить этого человека. То есть когда-то этот человек с большими глазами, или с маленьким носиком, или с большими губами был вашей мамой, бабушкой, дедушкой, няней, приятной подругой, или врагом, предателем, или каким-то человеком, который вас обидел. И вы неосознанно реагируете своими внутренними переживаниями. Но если вы знаете физиогномику, то вы будете понимать, на что вы реагируете, какой перед вами человек. А зная о человеке, вы уже можете выстраивать правильную коммуникацию, которая удобна вам, ну или, например, удобна человеку, если вам он нужен. Розкажіть такі, знаєте, загальні правила, можна навіть на прикладі Наталії розповісти, або моєго, дійсно, як, знаєте, по чому ми розбираємося, тому що є така думка, що очі – це зеркало душі, взагалі, правильне твердження чи ні?
Ну, глаза – это первое, куда мы смотрим, поэтому, угу. понятное дело, мы заглядываем угу. в человека внутрь. Угу. Но если разбирать кратко, не читая курс угу. физиогномики, который угу. длится минимум 32 часа, то можно вкратце рассказать, на какие вещи мы обращаем внимание. Первое – это вер, ну, если вот прям будем разбирать угу. ваше лицо, Максим. Первое – это способ… Все же на тоби, бачишь, Максим? Зараз дизнаємося. То есть способ мышления, да, у нас ага. какие способы мышления? В принципе, их два – логик и интуит. Логик – это человек, который любит планировать. Это вот, например, больше Наталья. Ага. Я логик. А зачем? Це за сейчас я объясню. Больше вы планировщик. Вам нужно, чтобы было все по полочкам. Вам не нравится, когда вдруг что-то происходит спонтанно, и вам об этом не сообщили. Вам хочется, чтобы было как-нибудь сочетко. Да-да-да. По плану. Все четко. А Максим же наоборот. Максим больше интуит, спонтанщик. Ему легко подняться, что-то поменять, перенастроиться, адаптироваться быстрее в какой-то изменяющейся ситуации. И это способ мышления. Дальше мы идем глаза, брови, да. Если не разбирать по деталям, то глаза – это что? Это наша визуальная картинка мира. И Максим – большой фантазер. Это правда, 100%. Большой фантазер. И ему может, с одной стороны, в жизни это помогать, ну, потому что он романтик, потому что он будет выдумывать какие-то проекты, креативный очень. С другой стороны, он может, вы можете, Максим, нарисовать себе картинку, а она не совпадает с реальностью. Еще и вы будете ошибаться. И, к сожалению... Это правда, абсолютно, 100%. И плюс ко всему, у вас еще и туннельное зрение. То есть, если вы что-то себе придумали, вы прям за это цепляетесь и держитесь. Дальше, если мы идем, это аналитические способности, это нос. Да? У Максима довольно, по сравнению с его лицом, довольно большой нос. Да, не огромный, не обижайтесь. Вот, но у вас хорошие аналитические способности. Плюс горбинка на носу говорит о том, что Максим гордый. Чтобы его не обижали. Сьогодні прям ефір весь про мене. Всі секрети Максима Добровольського. Ну, у Наталі більш маленький носик по сравнению к вашому лицу. По отношению к вашему лицу, пропорции. И это говорит о том, что вы наивны и часто бываете, верите, доверяете, но есть еще одна особенность в том, что вы глубоко в процессы нырять не любите. То есть вы вот так взяли, так, надо сделать, я сделала, но изучать, сидеть, вычитывать, не очень, да, это будет делать. Дальше идет у нас амбиции, и это размер ротика. У вас, на самом деле, у обоих небольшие амбиции, но они настолько определенные, то есть если вы что-то выбрали, самое вкусное, самое лучшее, именно то, что я люблю, особенно вы. Вот знаете, как если вы приходите в магазин, то в магазине вы будете искать именно то, зачем пришли. Вы не из тех людей, которые будут набирать все с пола для того, чтобы нахватать. Правильно? Це правда. Мені здається, ніби ви подруга Наталії, вся її життя. Просто якщо ви навіть зараз код паспорту скажете, ідентифікаційний код, я навіть знаєте, і наші глядачі просто будуть. А от у нас пухкі губи, правда? Це за цього видно? Ні, це розмір. А от пухленькі губки якраз говорять о том, особливо у вас боль, у вас чуть-чуть меньше, о том, что вы очень чувственная в отношениях, в контакте с кем-то. То есть вы прислушаетесь, вы поймете, вы посочувствуете. Вот, потому что губы – это что? Если мы берем все-таки человека как из животного мира, все равно мы животные, да, только социализированные, то у животных они губами что делают? Пищу пробуют. Сначала попробовали на температуру, на вкус, на объем и так дальше, а потом мы ее начинаем ложить в рот, заглатывать, пережевывать и так дальше. Вот, поэтому чем пухлее губы, тем больше вы можете прощупать. Ага. А это, конечно же, для контакта очень важно. Идем дальше. Волевая. Да. Челюсть и подбородок. Это волевые качества. И они очень важны, особенно в животном мире, да, потому что такое воля? Это способность терпеть, выносить, выносливость и сражаться или встречаться с какими-то проблемами. И помимо подбородка, да, вернее, челюсть, у нас есть еще подбородок. Это так называемый говорильный подбородок. Если вы посмотрите на Максима или на меня, у нас такие подбородочки, такие как бы выпирающие. Так, так, так. Это как раз говорит о том, что очень хорошие ораторские способности. И если, например, человек приходит на работу на телеведущего,
я бы на вас посмотрела за счет вот этого подбородка говорильного. Чем больше он развит, тем больше человек умеет говорить. Все ораторские способности развиты. Прекрасно бы уже была одна из характеристик, которая бы подходила на эту вакансию телеведущего. Потом, заметьте, у Максима, видите, ямочка. Ямка, так. Да, ямочка говорит о том, что человек моноидеи. То есть, если мы сложим две характеристики, пока только две, большие глаза и ямочку на подбородке, Максим, представляете себе, он выбирает цель, фантазирует, выбирает цель, и все, его ничего не сдвинет. И он начинает идти. Все плюс правда. Ко всему, это еще говорит о том, что вы можете менять из эмоционального какого-то принятия решения к логическому. То есть вы можете так чуть-чуть скакать. Им эмоции могут иногда мешать, вы начинаете возвращать себя в рацию. Плюс ко всему еще, если посмотреть на Наталью, у нее очень хорошо, если сбоку посмотреть, развит волевой желвак. Что такое волевой желвак? Если вы возьмете себя вот здесь вот из очей и стисните зубы, возьмите так, попробуйте. Так, вечевая. Чувствуете тонус вот этой мышцы? Так. Если мы вспомним из животного мира, что такое челюсть, да, добычу хватают и удерживают, мы удерживаем, стиснув зубы, как в жизни у человека, мы справляемся с проблемой, стиснув зубы, чем больше наработанный волевой желвак, тем больше я могу сказать, что сложностей у вас в жизни было больше, чем у Максима, где вам приходилось терпеть, Наталья приходилось идти шутя. Через какие-то сложности, где нужно было, стиснув зубы, проживать какие-то моменты. Ого. І можна сказати, що з кожним досвідом таким важким ці м'яса вони будуть лише... Да. А от якщо жінки змінюють, наприклад, форму носа, форму губ, це зараз актуально, да, міняється щось людей? Це питання, яке дуже часто піднімається, і ми там з командою фізіогноміків теж розмишляли на цю тему, тому що багато питань. И проанализировав определенное количество людей, мы пришли к выводу, что да, меняется. То есть тогда, когда женщина подкачивает губы, она, глядя на себя в зеркало, неосознанно начинает, во-первых, себя больше, к себе по-другому относиться, чувствительность повышается, она становится более привлекательной, потому что мужчинам нравятся пухлые губы, потому что это что? Это контакт, это доверие, это привлечение. Это пухлые губы просто. Это сексуальные, конечно же, привлечения. И постепенно женщина уже из-за изменения поведения в контакте, естественно, тоже начинает меняться. Поэтому, да, это влияет напрямую, потому что все зоны мозга у нас связаны напрямую с нашим лицом. А от, ви нас вже описали, правильно я зрозумів? А можете нашим глядачам, глядачкам зараз верніше розповісти, наприклад, про коли вони, знаєте, вперше звертають на чоловіка, от який там залицяється, на що потрібно їм звернути увагу, щоб вони побачили, там, це хороший майбутньому чоловік чи сім'янин. От смотрите, давайте тоді основуватися на запросі. Ага. Наприклад, якого мужчину ви хочете собі знайти? Ну, всі жінки хочуть розумний, красивий і щоб тебе кохав, знаєте, такий, от ідеальний чоловік, який він має бути? Ну, кожного свій ідеал, звісно. Звісно, красивий – це який? Ну, так. От Максим красивий? Ну, для кого як, звісно, гарний. Мені він симпатичен. Тому що, мені кажеться, із-за чого? Із-за великих очей. То есть, если вы хотите, давайте возьмем, опять же, когда мы читаем лицо, мы выбираем вот эти доминанты, 3-4 характеристики на лице, давайте которые будут характеризовать человека. Первое, если вы хотите умного мужчину, то, конечно же, у него должен быть достаточно большой нос. Я не говорю сейчас на про огромные там орлинные, да, но, опять же, размер носа говорит о хороших аналитических способностях, а значит, человек, естественно, предполагает высокий интеллект. Второе, если у человека, у мужчины, например, большой рот, это так будет говорить о больших амбициях, и тогда этот человек будет перспективным, да? То есть человек, который будет стремиться завоевать, заработать, достичь чего-то, ну, естественно, это для женщины приятно, да? И третья характеристика, мы можем взять, например, глаза. Если вы выбираете мужчину с большими глазами, как у Максима, будьте готовы к тому, что он может нафантазировать, наобещать, нарисовать вам прекрасное будущее, но не факт, что так получится. Так, самое вырежемо. Не вырежем. Но опять же, это нужно смотреть в комбинации. Одни глаза нельзя вырывать здесь, просто брать их и что-то о них говорить. Поэтому, если глаза будут, например, небольшого размера, это будет говорить о том, что мужчина относится
слегка с подозрением, не всем доверяет, более осторожный. И теперь давайте скомбинируем это все вместе. Умный, амбициозный и осторожный. Если он, например, рот можем уменьшить. Если маленький ротик, и вы понимаете, что он выбрал именно вас, то он на вас и остановится. Если большой рот, опять же, вы можете понимать, в работе он будет амбициозным, но большой рот может говорить в личных отношениях, ему тоже захочется амбиции, да, и разнообразия. Поэтому идеальный небольшой рот, большой нос и средние глаза. А от агресора в майбутньому, так, можна по чомусь виявити, щоб жінка, знаєте, одразу була в безпеці? Да, є определенные характеристики, которые говорят об агрессивности. Если вы возьмете, для примера, Гошу Куценко, если у вас будет фотографии, то, чтобы... Вот у него достаточно скошенный лоб. Если мы смотрим сбоку, у человека скошенный лоб и сильно нависшие надбровные дуги. Вот это одна из сильных характеристик, которая будет говорить про агрессора. Вторая характеристика. Когда щечки у человека есть, да, не сильно большие, когда сильно большие, человек накопитель, потому что этот жирочек, мы накапливаем это. То есть, когда впалые щеки, когда щек вообще практически нет. Знаете, вот если вы вспомните, знаете, стереотипное лицо бывшего отсидевшего. Вот мне кажется, вот оно прямо в голове сразу запавшие рисуется. Скулы, запавшие да, скулы, такой скошенный лоб, такие надвисшие брови и маленькие глазки. И тонкие губы. И тонкие губы, потому что тонкие губы будут говорить о чем? О том, что мне все равно, что с тобой происходит. Здесь главное, чтобы все было для меня. Я все хочу больше, и как акула, да, я буду все хватать, не перепроверяя в контакте чувства другого человека. И вот если эти три комбинации сложить, это будет достаточно агрессивный человек. А от давайте поговоримо ще про поведінку людську. Як можна визначити, що бреше людина зараз чи ні? Смотрите, когда мы знаем, за что каждая черта лица отвечает, знаем за все комбинации, их, конечно, много. И когда мы обучаем, мы даем базу, да, но наработка, практика только поможет понимать действительно, какие эти все комбинации работают. Вот, поэтому универсального такого способа действительно немає, так? Есть, когда мы знаем все эти черты лица, мы тогда начинаем комбинировать движение человека по отношению к чертам лица. Например, возвращается ваш муж домой. И мы знаем, что, например, нос отвечает у нас за аналитику, крылья носа отвечают за эмоциональность. То есть, чем, например, вздернутый, знаете, вот есть такие вздернутые крылья. Так. Человек очень эмоциональный, когда открыты такие наши ноздри. Возвращается ваш муж домой. Открываете вы дверь, а вы заподозрили, например, что он где-то подгулял. И вы спрашиваете с порога: «Привет, как дела? А где это ты был? У любовницы, например, там, да?» В этот момент мужчина начинает вот так вот делать нос и говорит: ты что, нет, конечно. И тогда мы, как физиогномисты, да, комбинируем, в контексте какого вопроса человек себя так сейчас ведет. То есть в контексте вопроса он что делает? Он либо хочет достать какую-то информацию, то есть придумать сейчас ответ на ваш вопрос, плюс он свою эмоциональность, чтобы себя не выдать, начинает тушить таким образом. И тогда я могу понять, что этот человек врет. Поэтому поведение с физиогномикой, кинестетика это называется, чтение еще поведения, оно все в комбинации сочетается в контексте разговора, места, ситуации, в которой вы находитесь. То есть, если просто человек потер нос, это не значит еще, что он врет, если вы ему не задавали какой-то вопрос. Так, мы поговорили так про чоловіків, про все. Теперь давайте про жінок. Дійсно, от якщо звертаєте увагу, чоловіки звертають там на дівчат, так, в майбутньому, як зрозуміти саме, що це хороші мами, так, домогосподині, і такий, знаєте, надійний тир, можна сказати. Які характеристики от будуть про це говорити? Смотрите, мужчина завжди вибирає собі по определенным характеристикам, і перше – це губи. Когда пухлые губы, значит, эта женщина будет какой внимательной, прислушиваться будет к вам, заботиться будет о вас. Это первое. Если рот средний, да, потому что если маленький, Наталье угодить сложно. Она будет выбирать. Мне не нужно все, я хочу именно Прада. И, конечно же, это доставляет некоторые сложности.
Поэтому маленький носик для мужчин прекрасно, потому что эта женщина наивна. Ее можно удивлять, ее можно кружить, и она будет этому всему рада и верить. Она не будет анализировать, потому что если у женщины будет большой нос, она же будет анализировать, думать, так, где я пришел, сколько принес, сколько не принес, с кем был и так дальше. То есть очень высокие аналитические способности мужчинам не очень нравятся. И тогда это пухленькие губы, средний ротик, небольшой носик и, конечно же, большие глаза. Потому что она будет фантазировать, она будет верить, она будет каждому поступку просто дорисовывать дальше развитие событий. Дальнейшее развитие событий. Поэтому вот такая вот будет прекрасная женщина. А от, таке питання ще от про волосся. Ми от говоримо, волосся якось також входить, от в ну ви розбираєте чи і щось ні? Означає воно чи ні? В кого довге волосся, коротке? Здесь не про длину, скорее, а наличие самого волосяного покрова на лице или на теле, например. Чем больше растительности, да, тем больше тестостерона, если это у мужчин, больше эмоциональности. Потому что волосатость сама по себе, это же природное, животное такое, да, наличие вообще у нас на теле. И когда, например, мужчины отращивают бороду, да, то, что сейчас очень модно, или мы возьмем мусульманские какие-то вот национальность, да, где это прям традиция носить. И подумаем про их эмоциональность или про людей, которые отращивают бороду, насколько они становятся, знаете, такой животный инстинкт появляется, свобода появляется, вот позволение себе быть естественным. Якась чоловічність аж видно зовні. Да. И плюс ко всему, не забываем, что у нас эта зона отвечает за волевые качества. И если мужчина начинает отращивать бороду, его волевые качества визуально усиливаются. Есть мужчины, у которых маленький тонкий подбородок, очень слабо волевые они, но когда они наращивают растительность, они даже на себя в зеркало смотрят, мужественность передается. И вот это ощущение, конечно. То недаремно такая мода зараз пішла. Да-да-да, и бессознательно же получается, ты вроде бы как усиливаешь свои волевые качества. Плюс ко всему, конечно же, в конкуренции с мужской ты уже выигрываешь. А по отношению к женщинам тебя больше будут выбирать, да, потому что вот мы видим прямо сейчас тенденцию у всех женщин мужчины с бородой. Вот я не знаю, или это у меня такой, я, ну прям это тренд какой-то. Вот, поэтому зараз глядачі всі, мабуть, чоловіки думають все, бороду. Жінки зараз аналізують всіх своїх, знаєте, чоловіків. І вони приходять після роботи і так, де ти був? І вони зразу туди. Головне, ніс не чіпати. Да, ну и плюс брови, если они у нас довольно насыщенные волосами, это говорит тоже про эмоциональность и про любовь к себе. У Максима это ж Боже, знаєте, це просто, ну, дійсно дуже. А от дивіться, а коли брови сильно товсті? Да. Це більш емоційна людина. А коли дуже тонкі? Бо є такі люди, от такі тонкі-тонкі. Тонкі-тонкі, може, вспоминаємо, як жінки це роблять, да? Ну, була мода, наприклад, на вищіпування брови, прям до ниточки. Так, ниточка така. Ну, це говорить про те, що жінка буде, хотіла сказати, такой, знаете, стервозной. Вот она будет более стервозной. Ну, знаете, навіть чоловіки, я думаю, фізіогномісти, які вже в цій темі, знаєте, все рівно жінки виходять трохи обманюють, тому що змінюють і бро, ну, там, форми брів, так, і там правильно малюють, я не знаю, роблять макіяж і губи. І тепер навіть якщо чоловік всі ці правила знає, а він не може всю правду сказати. Ви така, всі жінки загадка виходять одразу. Так, представляєте, наскільки жінки можуть, получається, маніпулювати, да, ну, це ж манипуляция своим визуальным интерфейсом перед мужчинами, потому что визуально увеличенные глаза, брови и так дальше визуально бессознательно будут влиять на мужчину, ну, на его потребность, какую женщину он ищет, да? Если он ищет эмоциональную, он бессознательно будет искать там, например, широкие более брови, там, да, большой рот, чтобы она была амбициозная. А от дивіться, є детектор брехні, які кажуть, ну, вичислює все. І є фізіогноміка. Чи може прирівняти ці дві речі? Ну, поліграф, він же определяє емоціональність людина. Він слідить тільки за пульсом, за зміненнями. Тому він достатньо інформації сказати не може. Але конкурувати з фізіогномікою... У нас много проходит споров на эту тему. Я как физиогномист говорю, что можно, и даже делали некоторые эксперименты, и получалось выиграть в физиогномике. Полиграфологи, конечно же, это оспаривают и говорят, что это все ерунда,
ничего это не работает. Поэтому такая у нас немного батл идет. Але нам здається, що дійсно все рівно жива людина, дійсно вона набагато точніше розповість про іншу людину, тому що вона бачить її. А поліграф – це ж все рівно машина, дійсно, яку навіть можна, якщо там визначити, ну, знаєте, ну, ніби можна обманути, якщо… Ну, от так говорять. Взагалі-то 99,9% його обмануть нельзя, тому що емоціонально свою ми контролювати не вміємо. Це має бути дуже високий рівень саморегуляції. Якщо ми вспомнимо знаменитий фільм, де вдалося обмануть все-таки поліграф, то там була дуже сильна видержка. І на этому учат, и этому учат в спецслужбах, например, да, этому учат много лет и прям отрабатывают на то, чтобы вот этот высокий уровень был саморегуляции. Но мне кажется, что я как физиогномист вижу, когда человек сдерживает свои эмоции, я понимаю, что у него круто отработано, и даже, возможно, невозможно до них докопаться, мне как человеку там, со стороны или специалисту, то полиграф это сделает, потому что ну, он сердцебиение изменяется и так далее. И останнє дійсно питання, у нас вже дуже мало залишається часу. Дивіться, якщо, наприклад, в людини є якісь, знаєте, серйозні захворювання, от можна якось попередити і по своєму обличчі їх побачити і вчасно звернутися до лікаря? Да. Это можно определить. Потому что идут определенные изменения нашего лица, цвет лица, появляются какие-то морщины. Это все говорит об изменениях в жизни человека. И если в этом разбираться, конечно, это можно определить. Головні такі ознаки декілька можете от розповісти? Шкіра, мабуть, видає одразу, ні? Кожа видає. Например, если появляются мешки под глазами, да, то это там печень. Но это даже знают врачи, на самом деле здесь физиогномистом быть не нужно. Их большой спектр, и если вы это знаете, то вы можете себе помочь. Так что? Просто нужно внимательнее, чаще относиться с интересом к своему лицу. Потому что даже появляющаяся морщинка или отечность, или, знаете, асимметрия появляется, говорит о том, что в вашей жизни что-то происходит. Вы знаете, мне кажется, после нашей разговора телеглядачи взяли телефон и уже дивляться на фотографию своего человека и уже анализируют, який он, ага, уже на колишніх, уже на подруг. Это очень полезная разговор. Дуже дякуємо, что вы нам такі відкрили секрети, как распознать людину лучше, даже просто подивившись на неї. Дякуємо, что завітали до нас в студию. Було багато цікавої інформації. Було дуже цікаво, я б сказав, дуже цікаво, дійсно. А ми повернемося за декілька секунд.